Ну, уж сказали, так мы не вывезем все. Да. А мы так и сказали. Пейте. Так, Сергеева, такие деньги не надо нам. Нет, 1003. Не принимаю. Убери. С головком. Кинул. Так. Давай. Давай. Итальянцы, французы, это самое, так, англичане. Аник Петропавловский, наверное, там. Внимание, я выхожу. Здравствуйте. Давай, начнем, да? Все, Олег, если сделаем. Сейчас мы стояли здесь, все ждали. Никого не видели. Да, мы поняли. Мы до часу простояли, ну, вас да, нету никаких. Ну, здравствуйте. Ой. Это праздник, это 9 мая. А мы вам ждем. Игорь, очень много записей у тебя. Я хотел очень много записей у тебя. Без проблем. Я, кстати, был в Архангельске полтора года назад. Да 3 дня. Представляешь, у меня адреса не было ничего. Да ты что? Это монтаж. 3 дня просидел. Да в паспортном столе можно делать. Ну, мы в аэропорту вылета ждали. Я вот тут. Я тебе говорю. Я не камере говорю, я тебе говорю. Я тут. Понял. Давай.
Значит, все, закапываем, делаешь работу. А вот он, значит, 18.00, я должен возвращаться. Я пошел, пришел, говорю, Дима, вот тебе рюкзак, там продукты, народ там, я возвращаюсь, закапываю. Ну, крест-то пускай поставили, они откопали, я говорю, там надо, давай, иди. Ну, Дима ждет, четко, наметка, идет. Буквально где-то 100 метров не доходит до ямы, и вдруг такой, блин. Не-не-не, ужас, я слышу. За полчаса, ой, минут за 15.
чей подвиг века не забыт. Сегодня их мощи победителей ее генералы великих отечественных. Как они называются? Поп. А как эту машину называется? Смотри, а что там плечешка едет? Мы были великой державой победительницы. Слава!
Обалденный день в нашей Москве сегодня. Здесь солнышко, блин. Джин вообще в Москве выпущен тоже. Вот я читаю, прям вот смотри. В Москве выпущен джин. Вообще классный джин. Сами делали. Сами делали, главное, чтобы, нам всем было классно. И сегодня, и вообще всегда. Сам закатывал. Чувствуйте. Пошли. Не знаю, мы что-то не слышим. Ну, шеф, куда бы мы делись? Сиротствуют, говорит, обижают. Да, что там? Пожалуйста. Совсем ботинки проиграл, наверное. Да, почти. Класс, а что? Ботинки в сумке. Да, нормально. Все, пошли, пойдем.